От этого фильма я ожидаю хорошенькой, такой интересной, легкой детской истории, над которой, возможно, мне не придется много думать. Я ее быстро переварю, получу много позитива и буду радоваться. Чё, кого, ребята, не заскучали? А теперь мои впечатления о фильме. Поговорим о музыке сначала. В этом фильме музыка соответствовала. Она была как раз жутковатая, как и атмосфера, которая царила в этом фильме. И также она была серьезная. Поэтому она мне понравится. Теперь перейду к сюжету. Сюжет в этом фильме в целом довольно прост. Но первые 40 минут ты вникаешь во все его хитросплетения. Но еще через 10 минут тебе становится ясна полная картина происходящего, и потом уже ничего такого необычного не происходит. Ну, конечно, есть всякие элементы фантастики и иные вещи, но в целом все как обычно. Поговорю теперь о некоторых неувязочках, которые меня не устроили. Во-первых, во многих моментах есть некоторая нелогичность в фильме. Во-вторых, опять же, общая простота. Хотелось бы чего-то более серьезного. А в-третьих, скажу так. Зло в этом фильме по сценарию довольно мелковатое. То есть оно как бы сначала кажется таким большим-пребольшим, а потом добро его очень быстро побеждает. И это слишком наглядно. Но в целом концовка мне нравится, потому что добро побеждает зло. Я думаю, этот фильм понравится детям, особенно тем, кому меньше 16. Подписывайтесь, ставьте лайки.